Земельный участок деревни Аксинина многодетная семья Алексеевых получила в декабре позапрошлого года. Именно здесь, вблизи от города, давно мечтали получить 12 соток мать троих детей Ольга и ее муж Илья. Как только границы участка были определены, семья взялась за возведение дома. Алексеевы одни из первых в Аксинина получили технические условия в филиале МАЭСКО. 3 месяца назад в этом месте появились опоры ЛЭП. Всем нравится, все довольны, сделали все быстро. Подключение, вот как это, врезка называется, да? То есть, да, вот так вот у нас все. Посмотреть ход работ по технологическому присоединению к сетям МАЭСК на участке для многодетных семей в Щелковский район приехал министр энергетики Московской области Леонид Неганов. Здесь специфика в чем, что земля предоставлялась большое количество участков, и сетевая компания отрабатывала не конкретную заявку на подключение какого-то одного конкретного потребителя, а энергоснабжению сразу всей территории. По постановлению правительства Российской Федерации стоимость подключения жителю сельской местности, потребляющего до 15 киловатт мощности, обойдется по тарифу 550 рублей. Он действителен, если расстояние от участка до линии не больше 500 метров. В противном случае подключение идет по коммерческим ценам. Обеспечить многодетные семьи таким льготным тарифом стало возможным благодаря строительству на отведенных полях ЛЭП и трансформаторных подстанций. Компания МАЭСК обеспечила разводку сети по улицам, и теперь к своему участку абонент может провести электричество самостоятельно. В принципе, работа, я считаю, достаточно хорошо, оперативно и качественно делается в то нужное время, то есть когда запланировано, то есть они выходят на объект, оценивают, и самое, что важно, всегда с администрацией Щелковского муниципального района у нас есть взаимодействие с ними. Посмотрели и работы в поселке Головино. Здесь 112 заявок на присоединение исполнены. В деревне Большие Петрищи для многодетных семей выделено целых 2 поля. Электрификация на одном из них пока только на стадии проектирования. На другом работы планируют закончить в ближайшее время. На еще чистых полях нет никаких строений, но энергетическая компания вне зависимости от заявок делает разводку по всем улицам. В таком случае у потребителя заранее будет проведено электричество, и, возможно, строительство участков пойдет быстрее. Но одного электричества здесь недостаточно. Администрация района, в свою очередь, обещает помочь и с газоснабжением. Мы сделаем со стороны администрации все возможное для того, чтобы цена подключения газификации была минимальна и минимизирована. Если даже будут какие-то сложности на сегодняшний момент, мы постараемся решить это. По словам Никиты Никулина, практически во всех поселках есть генплан. В соответствии с ним на некоторых участках планируется построить детские сады и небольшие магазины, уделят внимание и подъездным дорогам. Всего на территории Щелковского района с 2012 года выделен 901 участок. Все поданные 267 заявок на техприсоединение уже исполнены. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».